Добро, что с ней, что с ней, что с ней? Всем привет! Ну что ж, мы снова в Эппигерсе продолжим свои удивительные интересные постройки. Так как у нас все открыто, давайте выберем каких-то интересных свинок. Так. Ящики. Будет у нас какой-то еще один танк. Но это будет необычный танк, это будет какая-то интересная штука. Так, вот такие вот колесики мы поставим. Здесь пускай это все и стоит, оно нам пригодится. Хотя он будет полностью железный. Так, это моторчик. Давайте использовать этот моторчик. Почему бы нет, верно? Так, ну что, поехали. Откуда будет наш танк расти? Наверное, он будет примерно вот такой вот высоты. Так, вот это уже неплохо. Можем два ящика убрать, это дело мы все заполним. Эй, ну почти собрали же танк. Ладно, не хватает там пары деталей, это не страшно. Теперь делаем, наверное, пушку. Вот так вот, все, как бы этой длины будет достаточно. Колеса, на которых он будет ехать. И будем с вами инопланетные двигатели устанавливать в наш танк. Посмотрим, какую там мощность ему даст. Ну, кстати, она даже немного светится. Так, сюда устанавливаем 4 командира. И давайте будем смотреть, как это едет. Ой, слушайте, они плохо развивают скорость, эти моторы, я вам так скажу. Это полностью железный танк. Инопланетные моторы достаточно быстрые. Это при том, что я даже тут не прокачивал. Так. Это пока что нам не нужно. Давайте сотрем вот эти вот моменты. И что, продолжим делать наш танк. Так, что бы ему добавить? Это, по-моему, динамиты. Мы их использовать не будем. И сюда добавим вот такие вот интересные ускорители. Так, ну что с моторчиками? Я их не вижу. Вот они. Продолжаем их устанавливать. Так, отлично.
Это у нас получилось. Теперь усиливаем и склеиваем нашу конструкцию. Теперь, мне кажется, мы будем быстро ехать. Ведь сзади еще ускорители так неплохо работают. Так. Что-то наш танк не совсем пролазит. Ладно. Нет, это мы, наверное, сотрем. И полностью уберем наш танк, потому что какой-то он странный. Давайте, наверное, начнем строить примерно отсюда, да? И у нас будет тачка, только для нее нам нужен корпус. Можно даже красный, либо золотой, все доступно. Давайте золотой корпус у нас будет. Так. Пока что вот такая вот тачка у нас получается. Этот блок можно убрать. Так, это что-то вроде колес. Смотрите-ка, смотрите-ка. И главное, чтобы это ничего не разваливалось. Все, пустые места можем заполнить, ну кроме колес. Так, и что у нас по тачке? Почти она у нас готова. И двигатели, конечно же. Эй, погоди, еще. Так, колесики готовы. Теперь добавляем еще вот сюда колесики. Так, они тут есть, кстати. Ну что ж, установим тоже золотые. Все, колесики есть у нашей тачки. Такие прямо ролики. Готово. Смотри, как она сейчас будет классно ездить. Можем мне вот такие вот приборчики поставить. Здесь мы тоже заменим. Это у нас как фары будут, да? Все, теперь осталось заполнить. Вот такими вот динамитами. Так, отлично. Теперь делаем сиденье. Меняем блок. На нитро, например, тот же. И сиденье почти готово. Ну все, теперь заполняем оставшееся место нашими свинками. И посмотрим, как это будет ездить. Можно, кстати, вот таких вот свинок посадить в шлемах. Все, готово. Давайте экспериментировать. Конечно, уберем вот эти оставшиеся моменты. Так, вот она наша конструкция. Стоп, а что с ней, что с ней, что с ней? Угу. Почему-то она отсюда ехать не хочет. Что очень странно. Давайте тогда здесь что-то построим маленькое. Тоже на таких же колесиках и моторчиках. Пускай будет, да? Эй, ты чё? Такая тачка не будет работать. Эх. Обидно. А если это соединить? Вот, например, так. Каким-то длинным пружиной, например, той же.
Так, это Сатрион. Оп. Видите, что происходит? Ну, эта штука хочет ехать. Так, тогда мы ее склеим. Нет! Эх, ладно, придется стирать. Видимо, только тут что можно поставить. Ладно, хорошо. Будет у нас скоростной поезд. Окей. Так, почти готово. Хорошо. Что бы еще добавить такого сюда? Да, точно же. Вот, водителя сюда добавить. О, смотри, как едет. Бодро. И а чё колесо отпало? Здорово. Так, так, так. Меняем колёсики. На такие, и теперь склеиваем это все. Ну, достаточно быстро. Так, это я, пожалуй, уберу. Вот, моторы хочу прокачать. Ну-ка. О-о-о-о.